Сразу же после открытия соревнований глава региона Евгений Савченко отправился в ботанический сад БелГУ. Он познакомился с работой лаборатории биотехнологии растений. Сейчас там активно идет работа над созданием новых сортов сирени. Евгений Савченко лично посадил сорт махровой сирени Dresden China, который привезли в наш ботанический сад из питерского питомника. Ну вот она полумахровая. Красивый оттенок. Сейчас мы ее подвяжем. 1930 года сорт Клагер, американский селекционер. Ну и опять же, надо сказать, что селекцией сирени занимаются в основном не профессионалы. Мы хотим вывести это на новый уровень, с научной, так сказать, базой. Есть очень необычные сорта. Надо уже идти дальше, может быть, да? Производство каких-то отдушек, производство каких-то... Ну, у нас это в плане есть, Евгений Спаш. В планах Сиренгария БелГУ заниматься не только производством сортов, но и переработкой сирени. По своим биоактивным свойствам она превосходит десятки растений.